Приветствуем, друзья! Смотрите холодильные новости за пятницу, 7 апреля 2023 года, на нашем канале. ХР на выставке «Мир», магазин и ресторан. Илуторовский завод представил первый холодильный стол. Русском построит завод по производству полуфабрикатов за 2,5 миллиарда в Подмосковье. Поставьте, пожалуйста, лайк, если это видео оказалось полезным для вас. Первая новость сегодня. ХР на выставке «Мир», магазин и ресторан. С 17 по 20 апреля в Казани пройдет международная ярмарка комплексного оснащения объектов торговли и питания «Мир», магазин и ресторан, на площади 10 тысяч квадратных метров в одном из павильонов крупнейшего в России выставочного центра. «Казань-Экспо» развернут стенды заводы-производители России, Европы и Азии, дистрибьюторы, дилеры, ПРЕ. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Вторая новость сегодня. Илуторовский завод представил первый холодильный стол. В Илуторовске презентовали первые образцы холодильного оборудования для сферы общепита и торговли. Презентацию провел директор предприятия Игорь Зайцев. Презентация нового оборудования была приурочена к десятилетию работы завода. По словам руководителя, в этом году предприятие планирует расширить выпуск холодильников. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Третья новость сегодня. Русском построит завод по производству полуфабрикатов за 2,5 миллиарда в Подмосковье. В Подмосковье реализует масштабный инвестиционный проект по строительству производства полуфабрикатов и готовых блюд на территории городского округа «Серебряные пруды». Производственные мощности нового комплекса составят 24 тысячи тонн готовой продукции в год. Мы поддерживаем РА. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. На сегодня все. Обсуждайте новости и обращайтесь за помощью к специалистам по холодильному оборудованию в наших группах. Ссылки внизу.